Чепурко – актриса, телеведуча, народилася в Миколаєві. Свій творчий шлях розпочала з епізодичних ролей в серіалах та зйомках реклами. Вже дуже скоро можна буде побачити Юлію в головній ролі в українському детективі «Позивний Бандерас». Прем'єра стрічки 11 жовтня. Юля, ти у себе вдома. Ти вперше презентуєш на фестивалі фільм зі своєю участю на рідній землі. Твої відчуття. Я очень благодарна Андрею Лохматову за то, что, во-первых, он создал этот фестиваль, и за то, что он пригласил меня, и мы привезли с ребятами короткий метр. Сергей Дзюба и Артем Кирсанов, режиссеры короткого метра «Три лота и круассан», они являются сценаристами «Позывной Бандерас», и мы с ними там познакомились на площадке, они меня пригласили сняться у них в фильме. Это очень легкий музыкальный такой, музыкальная французская история, про вспышку, которая возникает между людьми. Это любовь, это дружба, это одна волна. Это что-то неуловимое, которое с первого взгляда сразу понятно. Это он мой, она моя, или мы где-то рядом. Что среди всех остальных фильмов, которые абсолютно разные тематики, документальное это кино, или же это игровое кино, но какие-то социальные темы, наш легкий фильм восприняли со смехом, с улыбкой. Николаевский зритель очень теплый, николаевский зритель очень отзывчивый, и каждый фильм воспринимался аплодисментами, наш тоже, что было очень приятно, что теплыми аплодисментами. Який він миколаївський глядач? Мне кажется, что миколаївський зритель, в принципе, готов и для легкого кино, и для легких жанров, комедийных, каких-то фантазийных, как и для более серьезных. И про военное кино, и про социальные, и проблемы общества. Мне кажется, что миколаївський зритель многогранный. Я очень люблю своих друзей из Николаева, я сама из Николаева, поэтому я хочу сказать, что Николаев – это умные, талантливые люди, поэтому они готовы для всего. Сейчас, каждую неделю, у нас премьеры полных метров украинского кино. Каждую неделю, вот буквально сейчас, на этой неделе идет фильм «Коли падають дерева» Марисы Никитюк. Это сложная драма, которая заставляет нас задуматься о взрослении, о подростковых проблемах. Это комедия, музыкальная комедия-боевик «Шляхетні волоцюги» про львов, про батяров, про нас, украинцев, со стороны, со смешной стороны, когда мы умеем над собой смеяться. Все это в песнях, в плясках и, конечно же, в драках. Это очень весело. Костюмы невероятные, песни, все красиво. И третья работа Тони Ноябрёвой «Герой мого часу». Это смешно и больно одновременно. И этот фильм должен посмотреть каждый украинец, потому что это про каждого из нас, про ту Украину, которая сейчас, про ту Украину, которая идет в Европу. И каждый может узнать себя в фильме. Это про героя, который приехал в Киев и там пытается найти себя. Но это не только про столичную жизнь, это, в принципе, про украинца сегодня. Про молодого человека, про молодую девушку, которая ищет себя и хочет, чтобы Украина стала европейской. И что он для этого делает, и с какими приходится проблемами сталкиваться. К сожалению, наше общество еще не готово к тому, чтобы мы были украинцами в Европе. Но вот такие фестивали, такие поступки, как походы в кино, покупки билетов и поддержка украинского кино в виде покупки билета, это как раз и является тем первым шагом, который поможет нам в развитии и в продвижении, и в выступлении в Европу. Сьогодні вже другий день кінофестивалю. Ми подивились перший день. Скажи, що тобі запам'яталося? Все роботи дуже сильні. Но ігрове кіно мені ближче. Поэтому мені дуже понравилось ігровий фільм «Соня Сотник», в котором сыграла. І там є роздуміння зрілого чоловіка,
человека, который что-то уже пережил, человека, который уже несет ответственность не только за себя и за своих родных, и на которого возложена ответственность держать свое имя дальше. И это очень, на сегодняшний день для меня, например, это очень близкая история. Когда ты сам создаешь себя, когда ты сам работаешь над собой, и когда ты не хочешь понижать планку, когда ты хочешь расти, и чтобы люди, которые рядом с тобой, росли с тобой. Потому что это обязанность каждого человека. Если вот у каждого из нас, например, 20 есть друзей, и если мы становимся лучше, эти 20 друзей тоже становятся лучше. Таким образом, мы развиваемся, и таким образом весь мир вообще, в принципе, становится лучше. Она нормальный человек, она нормальные дети, она нормально квартира. Ничего. Я, может, піду навіть на роботу. Що ж на шиї сидіти? Влаштуюся в школу. Буду вчителем фізкультури. Юля, ти навчалася на телеведучу, сценариста, журналіста, ти працювала в цій сфері. Як сталося, як ти зрозуміла, що тобі потрібно грати у кіно? Я уехала в Киев учиться на телеведущую, журналиста и сценариста. И правда, все это время, пока я училась 5 лет, я вела программу в Николаеве, и я мечтала, что я всегда буду вести какую-то программу. Я мечтала о тревел-шоу. И когда я закончила университет, я пошла работать сценаристом, журналистом. И все равно мечта моя меня не покидала. Я не хотела работать за кадром, я хотела работать в кадре. Мне удалось поработать немножечко, мне удалось, вернее, пройти кастинг, и мы даже в Нью-Йорк ездили, снимали пилот программы туристической. Но так случилось, что она не пошла, и я пошла учиться в театр. Я начала слушать себя, я начала прислушиваться к себе, к своим желаниям, что я хочу делать. Хотя у меня хорошо все получалось, и там я работала с Юрой Горбуновой, с Катей Сачей, я для них писала, я вела программу на Просто Радио. Все это было хорошо, мне все это нравилось. Но мне хотелось больше, мне хотелось развиваться. И я всем своим друзьям и всем знакомым говорю, чтобы они слушали себя и никогда не боялись делать что-то, что они никогда не пробовали, но всегда хотели. Чтобы всегда шли к своей мечте и развивались. Возможно, я не всегда буду актрисой. Возможно, что-то изменится. Возможно, я очень хочу семью, и вдруг я стану сумасшедшей мамашкой. Но нужно держаться, нужно быть крепким, нужно понимать, что ты сейчас здесь работаешь, и ты точно так же устают и рядом люди. И нужно оставаться человеком, и нужно оставаться хорошим профессионалом. И никогда не отказывать себе в своей мечте.